На мне одни и те же шмотки, на тебе такие же шмотки. Я всегда в капюшоне и кроссовках, ты в кроссовках. Я не знаю, чувак, тут подвиги, иначе сюда не заходи через нее, потому что ты дышишь хуйней какой-то. Что это? Народ даже не просекает то, что говорит этот тип. Странно, индиви, парень, ты влип. Знаешь, почему ты влип? Все потому что, чтобы понять его текст, 5 переводчиков нужно. Он самый замороченный тип. Дело в том, что нет ни один индивид, то, что пророчил этот, блядь, хуй знает кто. О, привет, мамон. Я почитаю, может. Все, кто-нибудь читает, а Лизав чисто отдыхает. По-моему, ноль рыбака их усыпляют. Слушай, что у вас тут происходит, ребята? Ну что, вы как нарушили заготовки? Давайте дальше будем рассказывать, что тут какие кроссовки. А я чисто говнодавок, потому что я знал, что мне надо будет какой-то сегодня забить. Это не я, ни ты, не вид. Ну послушай меня сюда, людей надо любить. Надо объяснять, с кем и как дальше говорить. Слушай, почему не заходи за эту черту? Что боишься, что мы тебя проверим, кто ты такой по паспорту? Он спросит тебя 4 раза, пока ты ему не сухнешь руку. А у нас голову крепче алмаза. Лё, и мы чисто ебашим вас из бамбука. И вы ебашили что-то такое. Вот меня мой пацан попросил передать мне микрофон на бате. Дальше, ну расскажи нам так, а? И кто здесь начинает, поднимите руки в небо. Я не вижу Москву, никого нету в зале. По-моему, ребята отдыхают, они уже что-то давно зачитали. Они все время ошибаются, все время говорят. Как он выглядит, как он будет считать, что они из Москвы, ну это понятно, но ты же запинаешься, братка. Что тебе я еще могу сказать сегодня, поднимите руки все девчонки. Оу, я не вижу никого в этом клубе, я вижу только своих людей. Они боятся показать, что болеют за нас, что болеют за них, да, наверное. Ребята настоящие МС, и не хватает одного слова, чтобы их опустить. Я не вижу, кто еще здесь считает. Он уже голову вытирает. Второй стоит, пол смотрит, охуевает. Что с вами происходит, ребята? Я не знаю, но я могу зачитать пиздатые фристайлы. Я могу опустить вас обоих, ребята. Я не вижу никого, кто стоит на этой сцене. Не вижу никого. Ладно, перемените тему. Играют одни и те же биты. Кто еще может показать такой сессии? Никакой лимси, наверное, такой же сессии. Когда зачитал, я происходил по процессию. Это не такое, у тебя вообще уже не будет нет сил. Давай обозри народ еще, если нас не получилось. Арчи, что? Как по-любому. Но дело в том, что я не понял ни единого твоего слова. Я хочу передать микрофон Ване. Я. Парни, ваше читалово можно кропсать фейтером, получится скрэч. Это нихуя не русская речь. Вы слишком долго жили в своем странном Нью-Йорке. После этой сцены вы окажетесь прямиком в морге. Сосите головы органы, как вы делаете это постоянно. Я читаю здесь без керочи и плана, без винта. Мне похуй, мои текста всегда звучат охуительно, так же, как мой пристайл. Я не устал, я просто вставил еще одному. По-моему, ты много читал уму в детстве и начал разговаривать так, как говорит Герасим. Прогоняем тебя отсюда, понял, нет на фразе. Следующей твоей, которая будет первой, толпа нахуй тебя пошлет и пойдет не тратить нервы. Тратить бабу в баре, вот кто. Тебя ждет облом и по делу. Не надо было выебываться первым. Хочешь, чтобы я на тебя смотрел? Мне не надо никаких, кроме этого дел. Я не буду отвлекаться даже на них. Они будут орать, мне насрать на эту тему на самом деле. Понял, блядь? Блять, это было не междометие, если ты не заметил. Что я за свои слова не в ответе? Конечно нет, я никогда за них не в ответе, чувак. Слушай, по-моему, я под кислотой, ну фак. Что у тебя такое с этой буквой М? Она такая большая, как будто бы большой член метра, который ебет тебя в клетку, совсем туда. Вот такой чувак, ключ не ставил тебе пизда. Да нихуя, пацан, не звезда. На самом деле, вот так, я показал свой стайл. Это многих не прет, на твои концерты ходят мои фанаты. Посмотри в зал, и ты, ребята, прочекайте, что тут происходит. Вы никогда не будете популярны в русском народе. Там всегда будут Серега, я и рыбак. Больше никого там не будет, еще один факт. Показываю вам, вы проебали, это факт.
текста, потому что остальное невозможно слушать. Песня протеста звучит, не прерывая этот бит. Мне он нравится, он так немного горчит. Он охуительно горчит, как мой хуй в твоем рту. Понял или нет? Иди слушай группу Тату. Ты что-то говорил про мой, кто есть рядом, хватит комбинат. Мы типа тупо тебя разложим на кости. Ты нихуя не уличный солдат, ты ходишь в гости к своей бабушке. Она тебя наливает чай, ты как бы не взначай читаешь есть твои книги по бумажке. Кто ты такой, у тебя по телу бегают мурашки. Ты говоришь, что ты рэп звезда, мы типа подписываем контракт не отстоим. Ты летят, тебя тупо посчитают уличным отстоем. Я не знаю, я тут чисто качаю головой. О, нихуя, у него есть табличка и все. Хуй соси, блядь, что это креатив, креатив говно. Послушай меня, ты все равно давно слить. Я не знаю, что такое бит, но я знаю, что такое попадать в такт. Да ты не знаешь, что такое так, ты знаешь, что такое рыбак. Картон сзади пристроился, со скоростью секс-кабак. Но мы тут опять типа скроемся, твои кристаллы, слушай. Если тебя все знают, это еще не значит, что ты можешь нам объяснять, как жить дальше. Но послушай ее, этот бит, как и все остальное, был взят из Нью-Йорка. У тебя твой на твоих терках, ты не понимаешь, о чем ты вообще говоришь. Ты не понимаешь, что тебя скроет из спины с высокой крыши. Я понимаю, ты знаешь, почему я понимаю? Потому что я слышал музыку лет 13, середина мая. Сначала панк-рок, потом, блядь, краудфрэнд, хип-хоп. И ты нихуя не понял, что твой шансон чисто обречен на получение. Ты чисто промешал ёбаный слон. Короче, пока ты обазарит, ты чисто свой урод затыкаешь. Давай тебе сейчас я им съедаю, что не скажу. Я не знаю, даже если этот бит закончился, я могу и машу пить от скамма конца ночи. Но нам решил выступать, а ты пойдешь бухать. Я не знаю, кто тебя будет сам ебать. Но, наверное, нелепо, потому что ты с ним не знаком. Но я за границу, где я же и ветры. С которым ты свой потом ебаешь. Стройка, твоя я бой. Так хуй вас спать, брат, тобой я. Он сказал, что он читать будет как Серега, но он не будет записывать хиты. Стоп! Мы только начинаем читать, мы только зажигать начинаем. А опять он схватился за голову, опустил голову и думает, когда все это закончится. Когда закончится, все представлены, когда мы начнем читать, как мы читали сначала. Ха! Мы по-любому будем опускать вас сначала. Но они из Москвы, ребята, извините, я могу читать без этого бита, просто так, а капеллы могу расслабиться. Совершенно... Йо, спасибо. В общем, теперь пришло время выбирать победителя. Вы уже определились? Мой! Победил Арчи. Так, короче, кто? Мой! Пауза. Арчи и АМС. Давай еще раз. Блять, ну здесь вообще единогласно, ребят. На самом деле, фристайл это на самом порт. На самом деле это было шоу. Я думаю, надо поблагодарить обоих. Обе стороны, и Москву, и Нью-Йорк. Аплодисменты! Арчи, МСИ, Репак, Нойз. Кроме как на джеме такого не увидишь. Ребят, спасибо вам. Но теперь мы даем слово на самом деле. Стоп. Слово. Я бы сейчас прямо на этой сцене хотел бы предложить следующее. Эти конфликты, они нахуй никому не нужны на самом деле. То есть мы встретились как рэперы, выяснили отношения как рэперы. Если ребята никаких принципиальных возражений не имеют, я в принципе миром предлагаю на самом деле. Вот. А примут они или нет, это уже их выбор. Короче, слушай, тема-то такая, базарит-то все, кто начинал, я что ли? Базарит ты начинал, да? Да, я, и что я начал? Я ты много пишешь в форуме, я хоть его не читаю, но как бы мне присылают дайджу. Ты его не читаешь, что ты знаешь, что там написано? Да, естественно, потому что читают мои друзья. Слушай, ну, и чё, ты мне хочешь сказать, что у тебя есть какое-то уважение после того, что ты вообще нихуя не знаешь, и мне пытаешься что-то рассказать? Я тебе предложил мир, ты его не принимаешь, да? То есть разговор я
принимают или закончить. Нет, ребят, стоп, короче, стоп. Он предложил мир, все, закрыть. То, что было до этого момента, нет, это было давно. Секундочку. Это было давно. Давайте я скажу одну такую вещь. Что чисто мы вот приехали в Москву, чтобы выступить, чтобы увидеть. Я в первый раз в Москве лично, то есть во второй. Но я приехал сюда, я был здесь 3 дня до этого. И как бы мне здесь охуительно нравится. Ребята вышли, почитали. Мы вышли, почитали. Поскольку это пристал батл, и поскольку это не на деньги, поскольку это не соревнование, то это, естественно, оканчивается миром. Я так понимаю, да? Поэтому я думаю, что должно все. Артур, ты один остался непримиримый. Я думаю, что то, что было до этого момента... Можно мне слово? Сейчас я договорю. Дай мне слово. Респект Марфону! Короче, все, стоп, все, хватит терки. Все, что было до этого забыто, теперь новая жизнь. Новые знакомства. Знаешь, как с новой страницы. Пожмите друг другу руки. Или расходитесь. Я готов пожать руки обоим парням. Они могут, конечно, не принимать предложения. Замечательно. Еще бы хотел представить, еще Ультрапонгу позвать надо. Да, стоп. Ребят, мы вас попросим. Спасибо вам большое. Поаплодируем нашим участникам и гостям из Нью-Йорка. Спасибо, ребят. А теперь сначала давай дублером, да, подарим Анис, дублеры потом. Сначала, значит, бог слово. Нет, им два. На самом деле было очень круто, мне очень реально бог очень нравится. На самом деле я увидел прикольный уровень, это было круто. Вот, я хотел бы как бы ударить дальше вместе с ними. Вот, фишка в том, что как бы я сейчас не дую, а у меня есть друг мелкий. Вот это прыгает там, ну это естественно ему. Йоу, ну мелкого подержите, может быть, уже начнёт. Да, второй бомб, я хотел бы тоже дать тебе, что реально круто было на самом деле. Еще сказать, как бы что я чтобы не думали, что мы проводим хоть параллель, Москва, там люди с другого города, и поэтому это все в Москве. Нет, вы тоже достойны выступили, но я просто не буду там. Это этому давать, это этому давать. Я реально объективно умею, тоже круто. Ничего, скоро МС Арчи переезжает в Москву. Сборная Москвы усиливается. И мы будем уже вести сюда всяких маршал